Всем привет, дорогие друзья! Давненько я ничего вам не показывал, не рассказывал. И хочу сегодня рассказать вам о колясочке, которая сейчас есть в ассортименте сети магазина First Buggy, первая коляска. Это Jules Air. И не просто Air, а плюс версия. Вот справа от меня сейчас стоит обычная версия, слева от меня стоит версия плюс. На самом деле это максимально похожие колясочки. Обзор на Air у меня на канале есть. Сегодня я вам покажу именно версии плюс. Ну, в принципе, полностью проведу обзор, чтобы было понятно, мало ли вы это видео будете первым смотреть. Вот. И в конце покажу непосредственно отличия. Так что сейчас я это уберу пока вот так в стороночку. И вернемся к версии плюс. Технические характеристики вначале вам назову, друзья. Jules вообще это Нидерланды. Гарантию производитель дает 6 месяцев, но есть возможность расширения гарантии до 2 лет. Поэтому гарантия достаточно большая. Вес сиденьем здесь 6 килограмм. Это легенькая коляска. Напомню, друзья, эта коляска в первую очередь для путешествий, для полетов и тому подобное. Она практически везде должна пройти ручную кладью, но перед полетом обязательно проверьте на сайте авиаперевозчика, которым вы летите, параметры перевоза ручного багажа, какие именно там. Потому что сейчас сталкиваемся с ситуацией, что где-то проходит, где-то не проходит. Не знаю, в чем прикол, поэтому проверяйте. Но в большинстве случаев должно быть все окей. Смотрите, спинка здесь регулируется от 120 сидит ребенок, 170 лежит. Раньше такой опции лежать нормально не было. Я попозже как раз эту разницу вам покажу с обычным Air. С 3 месяцев до 4-5 лет приблизительно можно катать ребеночка. Ширина здесь колесной базы 45 сантиметров. Вы везде в любую щелочку проскочите. И максимальный вес ребенка она выдерживает, друзья, 22 килограмма. Это достаточно прочная, крепкая колясочка. И на самом деле, не из-за того, что она 22 килограмма выдерживает, я так говорю, а она именно дарит это ощущение, когда мы ее юзаем, у нас создается впечатление такой монолитной плотной конструкции, без зазоров, без люфтов. Прям вот классная, прочная монолитная конструкция, повторюсь, очень классно. Кстати, есть сумка транспортировочная здесь, в чем можно перевозить ребеночка. Здесь даже, видите, нарисован самолетик. Вот, на сумочке. Поэтому я и говорю, она практически везде должна проходить как ручная кладь. Ссылка, кстати, на колясочку внизу в описании будет. После обзора пройдите, можете посмотреть и заказать, соответственно. Так, сверху вниз пойдем изучать, что в Jules всегда классно. Это премиум бренд, абсолютно стопроцентный. Вот, поэтому материалы здесь всегда топчик. Ручка здесь в эко-коже, очень приятная эко-кожа, мягкая эко-кожа с очень красивой, ровненькой прострочечкой, хорошей толщины, так мягенько ощущается. В общем, с ручкой тут все здорово. Друзья, что касается козырька. Козырек здесь, смотрите, вот на примере с обычной, не плюс версии, вот вам одно из изменений. Он стал глубже уходить. Прикольно, прикольно. Изменилась немножечко здесь вот эта сеточка. Видите, как здесь и как здесь выполнено. Ну, на самом деле, что в лоб, что по лбу, но все же разница есть. Вот, козырек у нас регулируется простым способом. Все окей. Кстати, в обычной сейчас идет в подарочек акция такая, это все временно, поэтому на момент, когда вам нужно проверять, идет ли сейчас подарок к обычному Air бампер или нет, вот на сегодняшний день, вот вы видите сейчас ее с бампером. Вот, здесь сейчас бампера нет, соответственно, ждем, когда, может быть, и с плюсом версии они запустят такую акцию. Вообще, это отдельный элемент, отдельная опция всегда. Вот, что касается сидения, друзья, очень высокая спинка, с этим у них все хорошо. Вот, и, соответственно, высокий ребенок здесь будет классно себя чувствовать.
Так, классическая система пятиточных ремней. Здесь ничего не поменялось. Мягкие накладочки есть и на плечевой зоне, и на паховой зоне. Все хорошо. Подножечка в Jules Air. Это тоже идет как отдельная опция. Сразу здесь отдельно ее нет. Ну, чем дороже бренд, чем премиальнее, тем больше вам придется докупить. Вот так устроен бизнес. Вот. Соответственно, есть ступенечка для того, чтобы ребенок залазил. С этим все понятно. Что касается колес, друзья, здесь полиуретановые колеса. Все стандартно, все просто. Тормоз у нас ножной, имеется в виду, что вы когда нажимаете, тормозите. И здесь также сверху на эту же педаль нажимаете, снимаете с тормоза. Багажник здесь большой, вместительный. Даже в багажнике есть отверстие, если влага попадает, чтобы она вся стекала. В общем, с этим все хорошо. Что касается амортизации, есть, конечно же, амортизация и спереди, и сзади. Поэтому я говорю, она едет прикольно, дорого, классно. Это мне очень нравится. Как кармашек тут есть еще. Так, теперь давайте я сейчас разложу наклон. Хочу вам показать именно вот спальное положение. Для этого здесь нужно расстегнуть вот такой замочек. Опускаем. И вот те самые 170 градусов. Сейчас мы возьмем обычный Air. Проделаем ту же самую процедуру. И вот, как говорится, наглядная вам разница. 150, по-моему, здесь градусов, если я не ошибаюсь. 150 здесь градусов, 170 здесь. Тут у нас уже подросший ребенок может кататься спокойно, который не так много спит, и нужна чисто мобильная колясочка. Здесь же мы можем катать маленького карапузика, который спит в коляске. Соответственно, для таких целей это лучше подходит. Но у них есть разница в цене. Она минимальная, она небольшая, но разница в цене все же есть, друзья. На сегодняшний день она небольшая. Внизу ссылки есть, проверите, посмотрите. Так, теперь давайте сложим колясочку. Покажу, как она складывается. Чтобы сложить, лучше спиночку сейчас завернуть обратно. Вот если честно, мне система вот замка, чтобы менять наклон спинки, мне не нравится. Я это не люблю. Ну, что это такое? Ну, как есть, так есть. Собственно, чтобы сложить, нам нужно нажать вот здесь вот кнопочку. И еще одну сверху. И вот таким образом она у нас складывается. Есть транспортировочный ремешок. И она таким образом спокойно помещается в сумку для транспортировки. И вот видите, вот вам прекрасная ручная кладь. Когда идет в подарочек вот такой бампер, она так не сложится. Бампер нужно обязательно снять. Это вот такой вот момент. Это не то, что недочет. Она же, по идее, без бампера, а тут сдали и одели бампер, как инородное тело. Поэтому ездить все классно, но чтобы сложить, нужно его отстегнуть. Но мне кажется, это ерунда. Для того, чтобы катать ребеночка, можно иногда и снять. Раскладывается тоже одним движением. Все просто. Так, вот, собственно, и все. Господа, дамы и господа. Все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Мое мнение, недостаток в обычной версии, хотя ее скупают, я не знаю, как горячие пирожки, очень популярная коляска, закрывают глаза на недостаток угла наклона, потому что в остальном она классная. А здесь еще и этот вопрос решили. Я думаю, когда еще бампер в подарок будет идти, я думаю, будет такая акция, мне кажется, это будет просто одна из самых продаваемых колясок такого рода вообще на рынке. Поэтому очень рекомендую, друзья, не проходите мимо этих колясочек. Они действительно достойны, качественные, ощущаются классно, едет дорого, мягенько, насколько возможно на таких колясках ездить. Здесь ход очень приятный, мягкий. Поэтому хочу лишь пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор. Ссылочки внизу на First Buggy есть, напоминаю. А остались вопросы, задавайте в комментариях, не стесняйтесь. Ну а вам удачи на дорогах, пока!